Ускорятся. Дамбу в Тальменке начнут строить значительно раньше намеченного срока. Причина – в связи с опасной паводковой ситуацией. Новые сроки озвучил временно исполняющий обязанности губернатора края Виктор Томенко. Так, в апреле этого года районный центр в очередной раз пострадал от паводковых вод. Работы, которые были выполнены 9 лет назад, не помогли сдержать натиск стихии. В результате в воде оказалось более 150 домов. Сумма компенсации превысила 15 миллионов рублей. Капитально отремонтировать дамбу изначально планировали в 2020 году, однако начать работу могут уже в этом. Проект разработан. Примерно его стоимость 500 000 000 рублей. Я поручение такое уже дал. Краевое правительство рассмотрит вопрос, чтобы нам тоже сдвинуть сроки начала выполнения работ. И если мы еще к тому же включимся и в федеральную программу, найдем по этому объекту понимание с федеральными ведомствами, то я убежден, что начав работы в этом году, в конце этого года, в следующем мы уже сможем нормально подойти к паводкоопасному периоду.